Всем привет, друзья! В этом видео проверим максимальную скорость квадрокоптера EHA Racer 250. Как видите, у меня на нем установлена камера Mobius, а сверху SkyRC тестер, который работает по GPS. Итак, посмотрим, какую максималочку он нам покажет. Думаю, что будет что-то в районе, наверное, километров 50. Летать буду по FPV. В принципе, все готово. Устанавливаю квад. Так, квад в воздухе. Батареечка 1800. Перехожу на FPV полет. Так, немножко возьму разгон. Например, отсюда. И теперь, переключившись в акро режим, иду на максимальную скорость. Так, не очень хорошо получилось. Сейчас развернусь назад. Вот отсюда примерно. Нужно будет немножко поубавить ему прыти. Сильно резко он на стике реагирует. Стоят стоковые настройки. Для новичка, конечно, это будет, наверное, сильно много, поэтому нужно будет настроечки немножко поубавить. Так, летает отлично. Еще пробую, максималочку держу. Так, попробую немножко с высоты сейчас разогнаться. Опять же, напомню, что там сейчас Mobius стоит. Ну, я думаю, этого будет вполне достаточно. Так, включил стабилизацию. Рисковато как-то она включилась. Иду на посадку. Так, квадрик сел. Давайте посмотрим на результат. 68 километров в час пиковая скорость на стоковых настройках. В принципе, довольно внушительно, как для тяжелого квадрокоптера, потому что сейчас на нем стоит и камера Mobius, и, собственно, сам регистратор, который весит, наверное, около 40 грамм, не менее. И батареечку я поставил на 1800 мАч. Она также весит грамм, наверное, на 30, может быть, даже на 35 тяжелее, чем батарейка, которая идет в комплекте с квадриком. То есть 68 км в час мы имеем в стоке. Думаю, что если немного подправить настройки, можно получить скорость чуть-чуть больше, чем 70 км в час. Квад этим результатом доволен, улыбается. Этот квад мне очень нравится, ставлю его однозначно в коллекцию. Круто выглядит, круто летает. Отличная низкая цена, за 150 баксов мы получаем полностью готовый FPV квад, которым останется только докупить аппаратуру управления с приемником. Ссылочку на покупку этого квадрокоптера я укажу в описании под видео. Это магазин banggood.com, квадрокоптер EHA Racer 250. Всем спасибо за внимание, друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем хорошего настроения и до новых встреч!